всегда очень рады видеть наших выпускников, мы приветствуем формат волонтерства, потому что очень многие выписываются и возвращаются к нам заново. То есть здесь они знают, что здесь они найдут свою трезвую систему поддержки, здесь их обязательно поддержат, и они с большим удовольствием приходят на группы и в личные консультации, в индивидуальную психотерапию, потому что очень большой штат специалистов – это профессионалы своего дела. И, в общем-то, все сотрудники болеют душой за каждого из наших пациентов. То есть мы боремся, и мы очень рады, когда идет вот такой вот отклик, отклик от аудитории нашей. Отдельно хочу сказать про подростков. Мы работаем с подростками. Это определенный пласт работы, это определенные техники, определенные подходы. Мы корректируем поведение, то есть когда зависимость еще не совсем сформирована, но тем не менее она формируется, и, к сожалению, на сегодняшний день очень много подростков, которые попадают к нам в клинику при употреблении так называемых дизайнерских наркотиков. Это соли, спайсы, различные кристаллы, мефедрон. И это очень печально, потому что наркомания молодеет. И наши пациенты – это, ну, в прямом смысле дети. Да? Дети, которые попали в вот такую ситуацию. Мы, безусловно, поддерживаем родителей, потому что, ну, это страшно, когда вот, ну, привозят ребят-подростков в употребление. То есть, ну, это видно, что человек в прямом смысле сходит с ума. И мы вытаскиваем таких. То есть, это специальный детокс. Человек в любом случае для начала попадает в детокс, и это всегда мягкие препараты медицинские для подростков. Мы никогда не используем жесткий детокс. И после детокса практически все подростки как раз попадают также в реабилитационное отделение. И здесь мы всегда работаем в формате семейной терапии. То есть для начала мы отрабатываем подростка, да, там, то есть сталкиваем его с потерями. Это очень сложно, потому что нет сформированной системы ценностей, и мы в прямом смысле мы выстраиваем по кирпичику эту систему ценностей, которая может быть присуща данному ребенку. И также формируем мотивацию, некую мотивацию к выздоровлению. Учим целеполаганию, да, учим тайм-менеджмент в прямом смысле этого слова. И у нас, в общем-то, проходит огромное количество тренингов на эту тему. Если с вами или с вашими близкими приключилась такая беда, не откладывайте, приезжайте к нам в клинику, потому что здесь вас ждет команда высококлассных профессиональных медицинских работников, которые, в общем-то, устроят вам все этапы и детокса, и реабилитационного процесса, и послелечебной программы.